Одно. Смотрите, что сделала у нас Каролина. Может, мандаринчики купим, чтобы у нас мандаринчики росли? Опа, все. Тыгадык-тыгадык поскакал. Смотрите, мы нашли вот такие вот прикольные. Папа их хотел. А у нас мух много, да? Макси, смотри. Я на пениборде. А Ксюша на роликах. Нет, Маргарита молодец, она послушная. Она не ест мучного. Всем привет, ребят. Ксюш, ты куда? Всем привет. Ксюша очень занята. Она тут копается в лего. Ой, только не высыпайтесь все, пожалуйста. Вот тут нужно стенку поставить. Подожди, подожди, подожди. Во. Все. Вот тебе нужно чем-то вот тут закрепить сверху, потому что они разъезжаются. Привет! Бонни тоже с вами здоровается, ребят. Скажи привет! Сегодня у нас выходной. У нас даже 4 выходных, представляете? Вчера был. Да, вчера выходной был. Сегодня, потом пятница. Да, сегодня. Сегодня пятница, мы в пятницу снимаем ложек. И суббота, воскресенье. И суббота, воскресенье дома. В общем, 4 дня. Вчера был какой-то праздник, и, в общем, чтобы сегодня еще раз в школу не идти. Наверное, у детей, да, школы сегодня нет. Кстати, Макс сегодня к зубному едет у нас, да, Макс? Ты хочешь только с папой поехать или хочешь, чтобы я поехала? Я тоже хочу поехать. А я поеду? Хочешь, чтобы я поехала? Нет, не хочешь? Ты хочешь только с папой? Он хочет, ну, вот. Птичку. Меня не хотят брать. Макс не хочет со мной ехать. Маргарита у нас здесь занята. Моет голову. Ты с уточками прям. Тебя уже краска вся смылась почти. Уже вообще какой-то непонятный цвет. Нужно купить краску. Или вообще не хочешь больше красить? Да, я хочу. Хочешь? Да. Смотрите, что сделала у нас Каролина. Вот ее волосы. И она себе обрезала прядь. Смотрите, сколько. Вот. Представляете, я как вчера увидела, я просто... У меня был шок. Вот это вот теперь нужно вот так вот обрезать. Ужас, как? Как она до этого додумалась? Представляете, у нее вот такие вот длинные волосы уже. И сейчас придется вот так вот отрезать. Больше 10 сантиметров. Надо расчесаться. Она тут недавно проснулась, еще не расчесалась. Как жалко. Смотрите, что папа тут нам купил. Это кокос. Это что такое? Какие-то печенюшки. Арбуз невкусный. Невкусный? Вообще никакой. Он очень вкусно пахнет. Он пахнет вообще супер. Тут арбузом так пахнет на всю квартиру, но он вообще невкусный. У него вкуса даже нет. Ужас. И вот такая вот дынька. Не знаю, вкусная, невкусная, но арбуз Г. А? Вкусно? Но. Я ему говорила, не покупай там арбузы. У нас арбузы хорошо продают. У нас есть такие магазины турецкие. Там турки работают. Да, они привозят арбузы вкусные очень. Да, это вот эти маленькие, они невкусные. Но папа все равно не послушался и купил. А это у нас что такое? Это у нас лимонад. Это не пиво, это лимонад, смотрите. А то подумают, что у нас пиво стоит. 16%. Так. Да, тут что у нас? Так, итак, тимелька, лаваш, перчик, бананчики, капуста. Ну вот, и там что-то еще. Пицца, так, какие у нас на сегодня планы? Никаких? Сегодня погода хорошая, посмотрите, какая. Наконец-то, спустя 2 недели вышло солнце. Можно позагорать. Ой! Ошиблась. Так хорошо шла. Есть вот такое. Что? У тебя тоже такая игра есть? Как она называется? Этот арбуз грызет. Макс, тебе нравится арбуз? Он же невкусный.
Офигеть! Вот это реакция. Устала? Ну, вот теперь Билли Айлиш поет. Он будет быстрее. Еще быстрее. Все готовы, пошлите. Ты обулась, а шнурок завяжи. Папа, здесь? Ты умеешь шнурки завязывать, завязывай. Ага. Давай. Папа, так, пойдем мы. Попугайчиков посмотрим, да. Там есть красивые попугайчики. Макс сегодня зубик сделал, молодец. Хорошо себя вел. Зубик запломбировали, да? Не больно было? Идем гулять. Че ты? Да. Мы сейчас вам покажем самый большой магазин растений, деревьев и всего-всего-всего. Тимой сладкий, мы тебя с собой не берем, ты дома будешь одна, да. Ладно? Охраняй. Охраняй. Хорошая собачка. Вот так вот пролазим. Нормально поместилось? Ага. Все, ремень пристегиваем. Все, все пристегнулись? Да. Молодцы. Поехали. Так, мы приехали. Приехали, отстегивайтесь. Макс, самый первый? А? Уже все, готов к выходу. Куда ты лезешь? Куда ты лезешь? Молодой человек, вы куда? Здесь нет выхода, выход там. Так, вот они. Смотри, я вот про вот это дерево, вот про вот эти деревья я говорила. Может, мандаринчики купим, чтобы у нас мандаринчики росли? Смотри, какие мини-мандаринчики. Они же пропадают. Смотри, они все завяли. И лимон. Красивые какие. Апельсиновое дерево стоит... Стоит 280. Вот эти красивые. Они пахнут? Не очень. Не очень пахнет. Смотри, вот такая. Нам в сад поставить. Почти $1000 стоит. А если она упадет? Тут можно заблудиться. Давайте в прятки поиграем здесь. Давайте. В прятки поиграем. Не знаю. А если мы не найдем, потом в общем у машины встречаемся. Вот это вот деревце стоит 37 300 долларов. Вот так. Это у нас папа любит кушать. Лучше не покупать. Ух ты, оно такое, ой, оно колючее такое. Да? Для пчелок? Нет, не для кого, для всех. Для всех и насекомых. Прикольно. Домики. С ракушечками. Опа, все. Тыгадык-тыгадык поскакал. Ты не видишь ничего? Мелочи. Там вот эта вот фигня стоит 250. Да? Это когда ветер дует? Я хочу найти пионы, но я пока что их не вижу. Да, конечно, тяжелее. Он тяжелее. Нет, Каролина на 2 килограмма тяжелее. Нет, как? Он же тяжелее. Я хочу пионы найти, пионы, пионы. Что ты хочешь? Пионы. Что это? Пионы, это цветы такие. Но пока что ничего не вижу. Здесь вообще другие цветочки. Те, которые мне нравятся, нет таких. Смотрите, мы нашли вот такие вот прикольные. Папа их хотел. Давай. А у нас мух много, да? Да. Знаешь, она у нас будет мух кушать. Я знаю, что это. Нельзя их всегда трогать, если они закроются. Они откроются через неделю.
Да, неделю или через. А сколько раз их кормить надо? Не знаю. Нет. Ой, такие волнистые, они как настоящие. Баба. Папи! У меня был вот такой попугайчик. Папа! Волнистый. Тебе нравятся эти, Макс? Очень красивые, они как настоящие прям. Вот эти вот красавцы тоже. А вот еще голубенькие. Какие они красивые. Прелесть. Ты угадаешь, сколько они стоят, я тебе их куплю. Да, конечно. Но это стоит где-то, наверное, 220. Ой, 109. Они такие большие. 79. Я хотела землю купить. Мне нужно пересадить эти анютины глазки. Где землю продают? Все, мы купили нашу мухоловку. Как они кушают? Не знаю. Она там остается и она там как разлагается, наверное, не знаю. Она уже закрылась, испугалась. Да, и тут тоже. Ну, у нас мух дома много, так что мы ее будем кормить. У тебя новый причесон? Тебе навыки лака. А мне? Раздувай. А тебе нет? У тебя уши улетят. Тебе нельзя. Вот такую вот птичку еще купили. Красивую, толстенькую. Каролина, где твои попугайчики? А? Да. Вот они, парочку таких попугайчиков. Я хочу такой. Да? Настоящие? Да. Привет, привет, привет. Вот так она радуется. Пришли, 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 пришли. Чем занималась? Вот так она всем радуется. Бонни, почему порядок не навела дома, а? Посмотри, беспорядок какой. Такая радостная, радостная. Скажи, ну что ж вы меня одну оставляете-то, такие нехорошие-то, а? Что же вы делаете-то мне, а? Нас не было час, как будто бы у нас день не было. А? Давай муху лови какую-нибудь, будем кормить. Это выбросить к нам надо? Да, это выброси ценник. Муху вот лови. Это нет, это красиво. Нет, эту оставь, можешь оставить. Ну, не знаю, хочешь. Бонни, Бонни, ты мне сейчас поцарапаешь. Это Макси, сори. Закрылась, ты видел? Да. Все, там муха внутри. А, Бонни, ты видела, как она быстро закрылась? Да. Вот и все. Там. Еще одна. Так, мы сейчас пересаживаем. Анютины глазки, я хочу землю поменять, потому что вот эта земля, она вся в червяках, там, не знаю, какие-то жучки, какие-то там мошки ползают. В общем, купили новую землю. Дай. Сейчас буду, мне нужно раздробить вот я эти. Я тоже хочу вот. Там еще надо сажать. Так, ну они у нас совсем такие маленькие, как-то их нужно ровно посадить. Рассадила я. И вот тут и вот новые посадила. Розовые. Да, розовые. Микс розовый. Не знаю, выживут, не выживут. Ну, я не садовник, мне все первый раз делаю, поэтому я. Они совсем молоденькие, я их пересадила, вот некоторые упали. Ну, не знаю, посмотрим. Если нет, то у меня еще есть 2 пакетика новых анютины глазки. Тебе? Ой. А чуть шорты не наденешь, такая смешная в этих штанах. Потому что посидела. А, если ты упадешь, то штаны порвешь, но ногу не поранишь, да? Окси, у него защита какая. Если вдруг упадет. Это металл или просто пластик? Да. Нет, это пластик. Он такой жесткий. Или металл? Смотри. Нет, это не железо. Это пластик. Ну да, что-то такое прям жесткое. Угу. Мы поехали с Ксюшей кататься. Я на пениборде. Ну, Ксюша на роликах. У-ху. Что, туда прямо? Я с горки не поеду, ты что? Я боюсь. Ну, хотя бы чуть-чуть давай поднимемся. Ну, с роликами я нехорошо умею. Ой, я себя тут раскорябала. Мы чуть-чуть поднимемся.
Ой, ё-моё, тут камушки, когда маленькие попадаются, можно споткнуться. Даже их снимать. Да. А Маргарита, она пошла с подружкой это возле школы кататься. А мы решили здесь, во дворе. Все, вот так. Все? Я за тобой, давай. Давай-давай. На какой-нибудь камушек бы не наткнуться. Вот я чего боюсь всегда. На камушек. А то у меня ни защиты никакой нет. Я себе так ноги все разодрать могу. Вот и все. Вот и съехали. Ты папе помогаешь, да? Мяско режешь. Молодец. Только волосики убирать надо, а то мы потом будем кушать с твоими волосами. Давай, давай, готовь. Осторожно, пальчики. Она таким ножичком режет для масла. Вот. А папа там жарит. Ужин. Молодец, помощница. Какая вкусняшка. Это ты делала? Ну, ты ж молодец вообще, большая уже. Да. Макс вон тоже помогает, умничка. А это кверх ногами стоит, как всегда. Мама, смотри. Чего? Мне не хватает один кимас на новый скин Джеки. Угу. Я хочу этот скин, а не нету. Я не знаю, нету или Джеки. Мне не хватает один кристалл. Я посмотрела тут, и мне будет 10. Если я сейчас выиграю, мне будет 320. Сейчас выиграю, я выиграю. Все понятно, я прям все поняла. Хватит есть уже. Кокос. Нет, Маргарита молодец, она послушная. Она не ест мучного. Она не ест сладкое. Ну, почти сегодня мороженое только съела. Сорвалась. Ну, ладно, мороженое немножко можно. А не можно сделать. А так она вообще всю, почти неделю. Уже скоро будет неделя, как она мучное не ест вообще. Ни хлеб, ни булочки. Да, первые 2-3 дня ей было плохо. Я играю с нами. Ей очень хотелось съесть хлебушек, пиццу, там, не знаю, что-нибудь такое. Какой-нибудь бутербродик, да. Ей прям очень хотелось есть что-нибудь мучное. Знаешь, что я хочу еще одну неделю сделать? Всегда будешь, не только неделю. Всегда будешь. И потом мы в конце недельки взвесимся и посмотрим, сколько... Теперь я получила вот это. О! И что значит это? Теперь я получаю эти гимасики. 10. Угу. Теперь у меня 39, захожу, покупаю скин. Скриншот, мама, обязательно. Скриншот обязательно. Совсем забыли, что мы сегодня снимаем влог. Девчонки уже спят, ребята. Уже 2 часа ночи. Вот. С вами не попрощались, влог не закончили. В общем, сейчас я буду выгуливать Бонни. Обычно перед тем, как я ложусь спать, я ее выгуливаю. Да, зайка, гулять пойдем? Пойдем гулять. Да, пойдем гулять. Сейчас я ее выгуливаю.